совместной записи. Мои планы. Никаких планов. Блин, это самая внешняя часть видео. С именом Мача. Покажусь в розовый, уеду на Гавайи. Всем привет, это Валера. Сегодня супер солнечное утро. Даже записать не могу. И в Москву приезжает Саша Муксаков. И я буду снимать влог о нашем супер дне. В общем, кто такая Саша Муксакова? И что мы будем делать? Вы увидите чуть-чуть попозже. Погнали. Все, Муксакова тут. Сейчас мы ее встретим. Сейчас она выйдет к нам. Вон она, я ее вижу. Вон эта женщина. Вот она! Влог. Да. Мы сидим в месте, которое называется... Как оно называется? Тейбл. Тейбл. Пьем, как это называется. Да. Пьем ура. Просто Муксакова приехала в Москву. Лера делает ликбез по хипстерским местам, названиям, еде. Все будет. Короче, сегодня будет веселый денек. Это Сашина каша, которую она не доела. Я доела. С именом моча, или как это называется? Моча-моча. Которая реально по вкусу как... Раф? Вот это да. Так, ну давай. Это было сейчас как в рекламе прям просто. Настле. Надо еще правильно прорекламировать Экстрасоколом, сам шел и кассу. Подписывайтесь на их канал, ставьте пальцы вверх и лайки. И, конечно же, Armand Store. Тоже подписывайтесь на их инстаграм, ставьте лайки. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Уеду в... Короче, заплету себе дред. Покрашусь в розовый, да? Покрашусь в розовый и уеду на Гавайи. Ну, вообще, хотелось бы потихоньку как-то выходить на Ю-25, начинать тренироваться и, может быть, в будущем выступать. Юниоры все. Ну, нет. Юниоры. Нет, может быть, еще в этом году на скампе выступаю по юниорам, но я не знаю, посмотрим. Ну, скорее всего, повыступаю. Вообще хотелось бы уже на Ю-25 выходить. Мои планы. Никаких планов. Выездить наконец-то себе лошадь. Выступать. Стартовать. Сезон начался. Важно. Уже вы нас увидите в малом, в среднем одном. В среднем один. В кюрах и так далее. Вот. Что делают девочки? Конечно же, они в магазине. Сейчас я посмотрю твой влог и подумаю, что я какая-то брожуля, сашуля. Делаю что танцую, хотя я не знаю эту песню. Вот это для тебя. Я знаю эту песню все-таки. Идеально. Песня. А мы будем делать с Сашей. Получается, я могу вот либо такой вот еще есть голубой. Ну, голубой не очень, да? Нет, да, что это вот такой. Ну что, серо-буро-малиновая, что ли? Будет? Ты хочешь несколько, что ли? А вот такой горизонт, не знаю. Окей, значит, тени нужно брать. Представляете, я вернусь домой в синем цвете. Человек из Питера на день приехал. Уже на кассе стояла и не смогла. Она в следующий раз приедет, и мы покрасимся. Я в какой-нибудь тоже, вот типа такого. В розовую я, значит, покрашу, а раньше не покрасить. Все нормально. Со своей высотой я получаю... Все хорошо, конечно. Смотрите, какая у нас погода. Это специально Саша.
работу везла из дождливого Питера, солнышко, да? Вот, мы сейчас как нормальные туристы. Вставаем на Красную площадь. Мы сейчас пойдем есть мороженое. Надо меня сфоткать, как будто я президент с важным лицом. Дорогие, как вы говорите, новогоднее поздравление. Товарищи. Товарищи, товарищи. Сталину. Дорогие товарищи. Дорогие россияне. Фоткается, я снимаю, как она фоткается. Так, Саша, знай, я наугад это все делаю. У нас пополнение. У нас пополнение. Ну да. Растаяли сопли. Все ж мои носами. Блин, это самая нежная часть видео будет. Чем тут делать? Фольклористка прекрасный голос. Р, работа. Будет очень красивое видео с Сашей и со Светой для Армана. Вот, а сейчас мы пришли в веганский ресторан. Мучить Сашу и Андрея веганскими бургерами. Устали. Андрей не устали, Андрей довольный. Вообще всем довольный. Он любит свою работу просто. Это не работа, Саша. Мне еще вечером на эту пару. Вообще это ужасно. Саша ест батат. Андрей ест веганский бургер. Вот еще скажите, нет, что это из травы, что там нет мяса. Что я это? Не веган, нет. Такой типа, пока что. Не записывайте меня в это. У нас со Светой одинаковые роллы. По-разному стоящие просто. Всем приятного аппетита. Ты не снимаешь все, как я ем. Мне нравится. Не знаю, будем ли мы еще что-нибудь писать, я не знаю, но это был классный день. Подписывайтесь на Симин канал, ставьте пальцы вверх.